Добрый день. Те договоренности, которые были в 2017 году, в январе, которым, когда мы с вами встречались, если будем продолжать и по развитию СНАПа, по развитию вообще всех моментов, связанных с нашими отношениями, и глубоко убежден в том, что в ближайшее время мы подпишем все меморандумы, с городом уже идет это, вы знаете, тоже будете встречаться, соответствующие уже переговоры, и все бумаги, которые касаются нас, будут обязательно подписаны. Мы на самом деле стараемся каждые два, может, в худшем случае три месяца приехать в Харьков и убедиться, что все идет по плану, что нет у нас никаких вопросов, которые требовали бы дополнительного внимания. Наш проект продлевается, поэтому нам пришлось еще раз вас побеспокоить по упрощенной форме уже на этот раз, чтобы подписать Joint Action Plan, общий план действия, который уже будет подписан между вами и нашим донором Кристофером Смитом. С нашей стороны, я думаю, Давид может быстро рассказать, какой у нас статус по проекту, чем мы сейчас занимаемся. Те услуги, которые мы уже обработали вместе, это уже переведено тренинг-курсы, онлайн-тренинг-курсы, эти залиты уже материалы. Те ребята, которые уже на первом этапе уже получили работу СНАП, прошли конкурс, части из них уже зачислены, они уже работают, проходят стажировку в СНАПах и проходят параллельно вот эти обучающие курсы. Сейчас там будет объявлен второй поток из-за того, что просто физические здания будут открываться в августе, к концу августа, поэтому решили, что второй поток объявить попозже. Сейчас, скорее всего, в мае месяце будет объявлен конкурс. Тестирование первого этапа прошло удачно. Оценки были, мы были приятно удивлены, очень высокие в Харькове по сравнению с Одессой и Мариуполем, которые мы проводили раньше. Так что процесс в этом плане тоже идет. Мы взяли на вооружение те некоторые важные моменты, которые действительно вы показывали в развитии ЦНАПа, и используем уже на региональном уровне. Это стало определенным толчком для развития ЦНАПа непосредственно в районах области, где они уже, в принципе, работают. Кроме этого, я на днях общался с нашим общим другом, партнером Кристофером Смитом. Он мне рассказывал, что у него была встреча с Юлией Александровной, и Юлия Александровна затронула вопрос о более усиленной поддержке процесса реформов в областной администрации и не только. Крис обратился к этим вопросам к нам, можем ли мы как-то содействовать. Мы будем рады в этом процессе тоже включиться. Три таких момента основных. Развитие бюджета в регионах, децентрализация и диверсификация рынка действительно такие самые важные, самые первые, которые лежат даже на поверхности. Безусловно, не каждый из них может развиваться в той или иной степени, может углубляться. И в этом отношении, конечно, поддержка, о которой говорила Юлия Александровна, была бы действительно интересна для Харьковской области в целом. Мы рады совместной работе с вами, и с Викторией остаемся на связи. Да, мы продолжаем в активном диалоге находиться, поэтому по всем вопросам, безусловно, будем решать оперативно.